Привет, это магазин Smart Shop и оригинальные аксессуары BMW. В этом ролике будет сумка-чемодан или чемодан-сумка на колесиках, которая особенно актуальна, так как сейчас начало декабря, впереди сезон отпусков, поездки на лыжи, там, неважно куда. Она будет очень кстати, плюс это будет идеальным подарком для BMW-ста на Новый год, на Рождество и так далее. Что это за сумка? Вот в такой... Пока я говорю, уже, наверное, посмотрели, какая-то коробка, как с базара, какая-то китайская картонная. Но на ней оригинальная наклейка BMW. Правда, да, на ней написано, что это сделано в Китае. Так. Оп. Коробку в сторону. Значит, дальше. Дальше у нас идет кулек, тоже с наклейкой BMW оригинальный, с портнамбером. И так далее. Сейчас. Кулек в сторону. Сумка. Ну и тройной, еще третий раз портнамбер на бирке. Но здесь уже идет вместе с портнамбером, здесь идет и голограмма. О том, что это оригинальный аксессуар BMW. Значит, сумка. Вот здесь колесики у нее снизу. Колесики, кстати, сделаны не из пластмассы, которая жестко стучит по асфальту, когда вы катите чемодан, а из как гелевые, как они, как роллеры катаются. Так, здесь снизу упор для того, чтобы ставить ее вертикально. Здесь жесткие полозья для того, чтобы положить этот чемодан горизонтально для загрузки. Ручка двухуровневая, раз и два, с фиксатором. Здесь сверху логотип BMW, вот здесь вот. В чем ее особенность? В том, что она может быть, здесь сверху идет лямки идут, и ее можно носить как рюкзак. Это довольно необычно носить чемодан с колесиками, еще и как рюкзак. Но тем не менее, вот лямки полноценные, такие большие, широкие. На одной из них даже M-Power написан. Вот, то есть... Я считаю, очень удобно, когда вы идете, у вас там много там, чемоданов или сумок, и это не сильно тяжелое, можно на плечах понести, а другие можно в руках нести. Эти лямки освобождают вам руки. Единственное, вот у нее по бокам здесь белые вставки, я не думаю, что это не очень практично, они быстро будут затираться, и надо будет ее частенько, скажем так, чухать. Вот. Но, тем не менее, пока, когда она чистая, смотрится очень красиво и, как по мне, супер. Здесь такая большая... надпись BMW Motorsport, чтобы весь аэропорт видел, чтобы фанат BMW. Так, внутри. Значит, где она открывается? Вот. Стоп. А, вот. Значит, здесь у нее два глубоких отделения. Отделение... Каждая закрывается на такую сетку, для того, чтобы когда вы половинки раскладываете, вещи не пересыпались из половинки в половинку. Причем вот эту половинку можно еще отдельно отстегнуть. В общем, дно отстегивается, змейка, и можно добраться в эту часть и отсюда, и сверху. Прикольно. Здесь еще более глубокое отделение. В нем есть два ремня для того, чтобы зафиксировать какие-то негабаритные, там какой-то ноутбук там, или еще что-то, чтобы он не болтался, если... у вас поклажа не занимает весь полезный объем этой половинки. Ну вот, собственно, и все. Вот такой вот. Материалы очень качественные, реально качественно. Все швы, змейки ездят очень мягко. За все приятно браться. Он не воняет китайскими какими-то кроссовками, какой-то резиной дешевой китайской, абсолютно. Несмотря на то, что он сделан в Китае. Понятно, что BMW сама не делает эти чемоданы. Она их заказывает у других производителей. У кого она заказала этот чемодан, тут не написано, но я думаю, что BMW компания подошла к этому вопросу внимательно, я бы кого бы в Китае не выбрала. Поэтому смело покупайте себе на подарок такой чемодан, он очень классный, будет вам служить очень долго и радовать вас, как того, кто любит BMW. Пока.